порядка 10-12 дней мы поставим первую такую остановку. Нет, я не буду сейчас говорить вам где. Всего нам надо порядка 25 локаций. Это первая очередь таких остановок. Это там, где мы видим большое скопление людей, которые ожидают общественный транспорт. Рассчитано на пребывание людей, мы можем говорить, где-то до 50 человек. Это город делает. Это мы делаем сами. Да, мы разработали такую модель. Мы делаем сегодня первый, так называемый, сигнальный экземпляр, после чего они пойдут в серию. Мы сегодня договорились с интернет-провайдером для того, чтобы в эти остановки был подведен интернет, чтобы у людей была возможность связаться, чтобы можно было по различным мессенджерам разговаривать, и они могли улавливать связь.